Привіт всім людям доброї волі. І сьогодні розмова на тему. Запрошую вас до екранів. Миколаївська обласна рада національних товариств представляє сьогодні у нас в студії юрист-педагог Володимир Лоза, голова Миколаївської обласної громадської організації «Русіч» Тамара Білоусова, вчитель російської мови Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19 Ольга Фролова і учениці загальноосвітньої школи номер 18 Марія Ульянкіна і Марія Вичалковська. Друзі, сьогодні ми працюємо в рамках програми «Розмова на тему», а тема нашої сьогоднішньої розмови – 105-річчя народження нашого земляка, поета Марка Лисянського. Друзі, доброго дня! Дуже рада вітати вас в нашій студії, Тамара Ніколаївна, і будьте добрі, вам первое слово, потому что сегодня мы встречаемся в рамках 105-летия рождения Марка Лисянского. Будьте добры. Добрый день, николаевцы и проживающие замечательные люди, горожане нашего славного Николаева. Я держу в руках книжку «Чуткие струны», написанные замечательным нашим автором и составителем, тоже наш замечательный Борис Лазаревич Аров. И я начну вот с такими словами. Дорогие друзья, если кому-то хочется стать настоящим мужчиной, настоящим человеком, настоящим горожанином нашего города, прочитайте эту книгу. Вы здесь многое поймете и станете самыми лучшими мужчинами на свете. Я вам говорю, потому что дважды я читаю, и дважды меня она просто восхищает. Спасибо составителю, спасибо Ирине Гудым за издание этой книги. Действительно, это настольная книга каждого мужчину. Она научит вас быть добрым, чутким, по отношению друг к другу, настоящим другом, как поступал Марк Лисянский. К столетию Марка Лисянского, это в 2013 году, мы в 43-й школе провели большой фестиваль. Каждая школа, у нас там было 16 школ, они дарили творческие подарки. Это были песни, стихи. Замечательно прошло мероприятие. В этом году «Золотой парус» поэтии. Кстати, сегодня 12 лет «Золотопарусников». Поздравляю «Золотой парус». Мы вас тоже поздравляем. Спасибо. Да, мы сегодня встречаемся тоже в библиотеке, будем с нашей командой будем встречаться. Опять нет повода не выпить. Ну да, чашка чая, естественно. Это здорово, это правильно. И я хочу сказать по поводу, что мы провели такую встречу, творческое вдохновение на нас, Марк Лисянский, 105 лет. Вот. И 19-я школа приняла нас гостеприимно. Мы были в четверг с командой русичей и в музее Марка Лисянского. О музее скажут хозяева этой школы и учащиеся. А музей скажет Ольга Николаевна, да? Ольга Николаевна. Прежде чем мы дадим слово Ольге Николаевне, друзья мои, я бы хотела все-таки дать слово настоящему мужчине. Вот сейчас Тамара Николаевна молвила слово о том, что, прочитав книгу «Чуткие струны», мужчины становятся мужчинами, но у нас в студии есть настоящий мужчина. Это Владимир Матвеевич Лоза. Владимир Матвеевич, будьте добры, вам как мужчине. Вы читали книгу? Да. Почувствовали себя еще больше мужчиной? Я читал. Я действительно 75 лет чувствую себя настоящим мужчиной, поскольку в армии прослужил, в прокуратурах прослужил, во многих городах. Был, начиная от Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Магадана, Сибири, Забайкалья, Урала, естественно, дорогой нашей столицей, золотой нашей Москве, и в Киеве, и в Одессе, и здесь. Но лучше всех городов, я так прикинул, является наш дорогой город Николаев. Почему? Потому что в нем, кроме всех достоинств, кроме всех прекрасных людей и корабелов, есть еще и одна замечательная особенность. Здесь жил и творил величайший поэт, фронтовик Марк Лисянский. Но прежде чем начать говорить о
в этом поэте, я хотел бы всех наших зрителей, всех николаевцев поздравить с наступившим Новым годом и запоздалую зимой. Поздравить вас со всем украинским народом. И маленький экспромтик мой. Пусть Новый год исполнит все желания, которые не исполнил прежний год, и принесет всем только процветание, здоровье, счастье, радость и доход. Марка Лисянского я впервые встретил и познакомился с ним более-менее близко 8 мая 1971 года в Москве, где я жил и учился в военно-юридической академии. Мы тогда в доме офицеров академии проводили, как очень часто бывало, такие мероприятия, посвященные Дню Победы. И пригласили многих поэтов-фронтовиков. В частности, кроме Марка Лисянского, был Константин Симонов, Алексей Сурков, Степан Щипачев, некоторые генералы, маршалы. В другие времена был даже Константин Жуков и многие-многие другие замечательные люди. Марк Лисянский. Вы лично знали и Марка Лисянского? Да, мы потом близко с ним познакомились. После его выступления, естественно, почувствовали себя как поэт-поэту. Чай пили, и я, конечно, был очень рад этой встрече. Константин Михайлович Симонов читал свои стихи, в том числе «Жди меня», которая явилась гимном для всего народа. И москвичи Марка Лисянского хорошо, очень хорошо знали по его песне «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», которая явилась тоже гимном для всех москвичей, и для солдат, и для офицеров, и для матросов, которые спасли и защитили великую столицу от немецко-фашистских захватчиков. Второй раз я встретился с Марком Лисянским в Севастополе в 1977 году, когда он вместе с Эдуардом Осадовым, вы знаете такого великого поэта, слепой, приезжал в Севастополь. Он тогда тоже рассказывал о себе, о своих товарищах, однополчанах и о Симонове, и о ранениях, которые он получил, будучи командиром батареи ракетно-зенитных артиллерии «Катюша». И мы с ним там, в Севастополе, более подробно поговорили. Был он у меня в гостях. Мне он очень понравился. Во-первых, скромный. Во-вторых, деликатный. В-третьих, эрудированный. В-четвертых, простой. У него еще тогда была красивая черная шевелюра. Он чувствовал себя хорошо, и память у него была хорошая. Я просто с тех пор стал его еще больше любить и уважать. Вот видите, и последний раз его видел в 93-м году, в начале года, по-моему, на 23 февраля он сюда приезжал, тоже выступал и рассказывал свое стихотворение, написанное про Николаева. Сейчас нет эфирного времени, чтобы это все стихотворение почитать, но стихотворение очень хорошее. И он потом за круглым столом прочитал нам свое небольшое стихотворение «Не забывайте меня». Это невозможно без слез это стихотворение читать. Он как чувствовал, что это последняя поездка, последнее стихотворение его в нашем городе Николаеве. В следующий раз, если даст Бог здоровья, в пятницу. Владимир Матвеевич, если успеем, мы прочтем, может быть, еще в этом эфире, но все-таки сегодня мы говорим о 105-летии Марка Лисянского, и, друзья мои, есть у нас в Николаевской общеобразовательной школе номер 19 музей, посвященный нашему земляку Марку Лисянскому, ведь именно ему принадлежат слова «Я и в городе Париже Николаев вспоминал». То есть Париж, конечно, прекрасный город, кто там был, наверное, полюбил этот город, но при этом Марк Лисянский вспоминал Николаев. Ольга Николаевна, будьте добры. 5 лет назад, когда мы все николаевцы собирались отмечать 100-летие со дня рождения известного поэта, по инициативе директора нашей школы Ильина Алексея Алексеевича был создан музей
нашего знаменитого земляка, так он и называется, памяти земляка. Это был результат проекта, над которым работала вся школа. Дети собирали материалы, они прошерстили все свои домашние библиотеки, букинистические магазины в поисках книг, которые издавались еще во время, когда жил Лисянский, в наши времена, где есть хоть какие-то следы его стихотворений. Это все хранится в нашем музее. В нашем музее есть личные вещи Марка Лисянского, который передал на хранение его племянник Михаил Островский, и он является и частым гостем нашего музея. У нас даже есть афиша 1979 года, когда Марк Лисянский приезжал в родной... Он не совсем родной, он родился в Одессе, но Николай считал своим любимым городом. И проводил литературный вечер. У нас есть эта афиша. Но это не просто музей. Это не так, что мы к столетию открыли и торжественно и забыли об этом. Нет, это рабочий кабинет русского языка и литературы. Это место, где часто собираются и ученики нашей школы. И мы проводим экскурсии для учащихся всех школ города Николаева. И так как мы являемся, наша школа, участником всеукраинского проекта «Интеркрок. Социализация личности», то в нашу школу часто приезжают ребята из разных уголков Украины. У нас были в гостях и днепропетровцы, и город Покров Днепропетровской области. Уже несколько раз посещали наш музей одесситы. Была делегация из Харькова и даже из такого далекого села, как Кулевча Одесской области, они прямо на границе с Румынией живут, но они приезжали к нам в город. А о том, как проводится экскурсия, нам расскажет одна из экскурсоводов нашего школьного музея, наша Машенька. В нашем музее... И такой юный экскурсовод, господа, я предлагаю вашему вниманию ученицу 7 Г класса Марию Ульянкину. Но не просто ученицу, а экскурсовода. Будьте добры, Мария. В нашем музее мы проводим экскурсии не только для учеников нашей школы, но и для учащихся из разных школ и разных городов. Там мы им рассказываем о биографии Марка Лисянского, показываем наши экспонаты. У нас есть книги Марка Лисянского с автографом. Также у нас есть стенды с фотографиями Марка Лисянского. Еще учащиеся нашей школы собрали библиотечку книг Марка Лисянского. На диске записали его стихи и песни. И еще они попытались воссоздать рабочее место поэта. Мария, будьте добры, вы проводите экскурсии по вашему музею, вы много знаете о Марке Лисянском. А знаете ли вы какое-либо стихотворение? Да, знаю. А не прочтете ли вы нам в эфире? Я приезжаю в город Николаев, иду один по улице Сеной. Со мной шум акаций, звон трамваев, но молодости нет уже со мной. Ах, жизнь, твои пути необратимы, но нам они и в смертный час видны. Я приезжаю к другу, побратиму. Он не вернулся до сих пор с войны. Спасибо вам, Мария. Очень, особенно в ваших устах, про молодость, которая нет в ваших устах, звучит очень позитивно, правда. Друзья мои, есть у нас еще одна ученица Николаевской общеобразовательной школы номер 19, ученица 9 А класса Мария Вычелковская. Мария, что вы нам расскажете? Будьте добры. Ну, я хочу сказать, что ученики нашей школы действительно очень любят и уважают стихотворения Марка Самойловича Лисянского. Он очень много пишет. Пишет о нашем родном Николаеве, о его природе, восхищается нашими реками и судовыми нефтями. Верфями. И нефтью тоже. Я думаю, что если покопаться, тут можно много чего найти. И природы. Он очень много пишет о войне. Он пишет о своих мыслях, о своих чувствах, о взаимоотношениях между людьми. Будто бы вся жизнь его отразилась в стихах. Я тоже хочу прочесть одно стихотворение Марка Лисянского. Он говорит о поэзии. Не пост, не чин и не профессия. Она превыше всяких благ, и потому она поэзия. Все лучшее зовется так, что и милости, и почести, и жалкий лепет похвалы. Она не терпит одиночества и не выносит кабалы. Ни божество и ни реликвия, она как долг, зовущий в бой, как бескорыстие великое, как вечный спор с самим собой. Глупцам и трусам непослушные, всем честным людям верный друг. Как воздух и как хлеб поле...
Мария, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Друзья мои, Мария Вычелковская, ученица 9 А-класса школы номер 19, вот с такой душой она сейчас вам подарила часть своей души, понимаете, друзья мои? Ольга Николаевна, вы понимаете, дело в том, что сейчас дети не всегда могут выражать свои мысли, чувства, но ваши ученики, они очень хорошо выражают не только свои мысли, но и свои чувства. Безусловно, это работа и это заслуга педагога. Спасибо. Это факт. Да. Ольга Николаевна, учитель, когда входит в класс, конечно, он в первую очередь должен придерживаться школьной программы. Но если школьная программа просто школьная программа, тогда это и остается школьной программой. А что еще? Ну, действительно, я согласна с вами, потому что школьная программа – это документ. А за документом могут стоять произведения, за произведениями – это люди, события, это чувства. Поэтому, готовясь к открытию музея, мы создали спектакль о Марке Лисянском, в основу которого положили стихи его, где он рассказывал как бы сам о себе. И в стихах, в песнях на стихи Марка Лисянского открывался его внутренний мир. И очень я горда тем, что один из моих учеников, уже выпускник, закончивший год тому назад университет имени Сухомлинского, филфак, он написал, вдохновленный поэзией Марка Лисянского, написал свои стихотворения, посвященные этому автору. Поэтому поэзия живет, она продолжается, и мы свой спектакль начинали именно этим стихотворением «Не забывайте меня», в котором автор обращается к нам. И мы рады тому, что мы действительно откликнулись на его просьбу, мы его не забываем. И его поэзия живет в наших сердцах, и я думаю, она будет еще долго и долго радовать не только жителей нашего города, но и всех любителей поэзии. Как странно, творчество, поэзия, любое творчество, музыка, какая бы жизнь ни была сложная, в каких бы условиях ни был послан человек, но тем не менее поэзия, творчество живет всегда, да, Владимир Матвеевич? Конечно, я люблю стихи с молодости, с детства. И с удовольствием слушал и Марка Лисянского, и Эдуарда Осадова, и Риму Казакову, Фронтовичка, кстати, и Степана Щипачева, и Евтушенко, и Роберта Рождественского, и Василия Аксенова, и Беллу Ахмадулина, и многих других поэтов, с которыми я встречался и общался в Москве, когда я там жил и учился. И которых вы лично знали, и какой опыт вы выносили из общения с такими монстрами поэзии? Опыт, конечно, очень большой. К сожалению, его не всегда приходилось применять, потому что я после этого стал работать в военных прокуратурах. Работы было очень много. И, конечно, было не до поэзии, не до лирики, не до лирики, но многие стихи я до сих пор знаю и даже цитирую, и очень знаю Константина Михайловича Симонова. Я в Хабаровске служил, и Симонов туда приезжал. Я с ним очень долго в гостинице разговаривал и считал: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грузди желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не забудут». Уж не ждут вчера, позабыл вчера. Пусть поверит сын и мать, что уж нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Это стихотворение, по моим данным, это обсуждалось на большой конференции, спасло от развода более 15 тысяч офицерских семей, жены офицеров которых
не знали, не имели весточки с фронта, или к ним даже похоронки уже походили, как к моей маме, они все равно ждали и дождались. Мой отец вернулся в 1946 году. Ну, потому что любящее сердце не может смириться с тем, что ему нельзя ждать. Да. Невозможно отнять у сердца надежду. Да, Тамара Николаевна? Да. Вы знаете, я вот сейчас слушала, и вот пришла ко мне такая идея. Я как-то думаю, Боже, так хорошо, когда наши горожане живут вместе, не покидая свои дома. А теперь вот подумала, как здорово, что наши горожане замечательные, у которых действительно есть иммунитет творчества, вот, улетают из наших гнездовий по всему миру и прославляют наш славный град Николаев, святой наш город. Поэтому вот Марк Лисянский, это ж здорово, как корабелы, корабелы, снова я в семье родной, парус белый, белый, белый надо мной. И я хочу сказать... к чести нашего русского театра, когда была юбилейная дата Марка Лисянского, на сцену русского театра была поставлена большущая яхта с парусами, и на этом фоне Марк Лисянский читал свои стихи. Это признание поэта, это мы его действительно любим. Я не просто сказала, что книга, это должна быть у каждого человека, который действительно хочет быть настоящим горожанином и человеком. Поэтому я благодарна всем, кто любит поэзию. И вы знаете, вот поэзия даже в Совете национальностей нас объединяет. Не важно, какой национальности, а важно то, что он преподнес и внес в историю нашего края, нашего города. Но творчество вообще объединяет, оно не может разъединять людей. Естественно. Вот сидят такие юные две девушки, которых тоже объединяет творчество. Мария, вы пишете стихи так, по-честному? А я нет, но, вы знаете, очень бы хотелось. Может быть, рассказы какие, может быть, вы рисуете? А я рисую, да. Вот, видите, все-таки творчество, оно брызжет. Мария, а вы? Ну, я пишу некоторые рассказы. Вы пишете рассказы. Да. У вас рассказы с хэппи-энд или у вас рассказы раздумья больше? Ну, больше раздумья. Понимаете, в подростковом возрасте больше размышляешь о жизни. Конечно, хотелось бы писать стихи, в них эмоции выражаются сильнее. Мария, вот скажите, вот вы говорите, в подростковом возрасте больше размышляешь о жизни. А как вы размышляете? Вот к какому размышлению вы обычно приходите, размышляя о жизни? Будьте добры. Ну, мне кажется, что главная ценность жизни – это именно человеческая жизнь и любовь, думаю. Потому что любовь действительно преодолевает все преграды. Вот когда вот эти жены офицеры, когда говорили, как они ждали своих мужей, даже когда приходили похоронки, это ж как надо сильно любить, чтобы не бросить, не забыть. Действительно. Наша учительница по рисованию Людмила Михайловна тоже рассказывала, как ее бабушка каждый день выходила за ворота и ждала своего сына. Говорила, похоронка не пришла, значит, должен прийти. Значит, он живой. Дождалась? К сожалению, нет. К сожалению, в настоящей жизни все истории заканчиваются хорошо. Хорошо? Или по-разному? По-разному. Да. Истории, к сожалению, друзья мои, заканчиваются по-разному. Но, тем не менее, надежду... должна сохраняться всегда, даже тогда, когда, казалось бы, ее и нет. Ольга Николаевна, ну и хотелось бы из ваших уст услышать. Знаете, я хотела немножко вернуться все-таки к теме нашего разговора о Марке Лисянском и прочитать его замечательные стихи. Уже несколько раз говорили о том, что он очень любил наш город. «Сюда я приезжаю, как домой, где бы я ни жил, куда бы ни поехал. Благодарю прекрасный город мой за то, что был он в жизни первой вехой, за то, что душу он помог сберечь, за то, что детство в нем мое осталось, за то, что здесь я сбрасываю с плеч мои заботы и мою усталость, за то, что я грустил о нем вдали, за то, что был и другом, и судьёю, за берег, где я строил корабли, за белый парус над моей судьбою». Давно не строят в нашем городе корабли. Да? И очень редко мы сейчас, к сожалению, видим тот парус, который укрывал наше с вами детство, правда? Но очень хочется верить, что многие наши жители города
такой же любовью и с такой же благодарностью вспоминают о детстве, проведенном здесь, о тех людях, с которыми удалось нам познакомиться, о этой замечательной земле. И вот именно этому вы и учите своих учеников – любви к своей земле. К своей земле, к своему городу и к тем людям, которые нас окружают. Это прекрасные люди. Мария, будьте добры, у нас остается мало времени, и поэтому я думаю, что каждый сейчас может еще сказать несколько слов, чтобы вы хотели пожелать вот нашим телезрителям, своим сверстникам. Ну, я бы хотела пожелать, чтобы мои сверстники больше уделяли внимание именно поэзии, именно классике, не сидели вечно в телефонах, а вот действительно вышли в мир, поняли, насколько он прекрасен, огромен и противоречив. Чтобы они помнили о том, что вот есть такие замечательные поэты, есть много замечательных писателей, осознали, насколько прекрасна и огромна наша земля. Чтобы однажды вышли из этого цифрового хаоса просто за ворота и посмотрели. Светит солнце, вокруг приходит весна. Разве это не здорово? Разве это не стоит беречь? Разве не стоит это сохранить в стихах, в рисунках? Просто рассказать друзьям. Чтобы у нас тоже были новые поэты. Новые писатели. Ну и, конечно, не стоит забывать таких замечательных поэтов, как Марк Лисянский. Вот он много путешествовал, очень много писал. Я уже говорила, всю жизнь выразил в стихах. И теперь мы можем узнать о нем. Именно о том, что он думал, что он мыслил, что чувствовал. И через призму его творчества полюбить и жизнь. У нас совсем не остается времени, друзья мои. Ну, по одному слову, Тамара Николаевна. Я хочу сказать. Корабелы, корабелы, снова мы в семье родной. Парус белый, 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 надо мной. Чтобы паруса были над Николаем, чтобы мы всегда были вот так в обнимку. Владимир Матвеевич, руку, друг наш. И вы знаете, просто хочется белых парусов, мира и добра. Друзья мои, спасибо. И сегодня свое творчество и свою любовь вам подарили наши гости, которые искренне верят в то, что все наладится. Обязательно. Це була розмова на тему. На все добре.